Всем привет! Сейчас начинается у нас боевая практика. Сейчас у нас будет бой Котов против Юденко. Красненькая гирь. Вася, ты смотри там, чтобы этот в экране, чтобы все попадало там и все нормально будет. Так, пожали руки. Давайте в середину. Да, давайте в середине, все работает. Так, вот задание, смотрите. Вот затылка не берем, у нас не берем, даже бойся не берем. Ручка по сухарей. Силу половину. Не заряжаемся с нормально. Все, все. Три раунда по 3 минуты будет. Вот, пожар вертец. Не заряжайся. Не заряжайся. Вот, связочку. Ваню передашь идти. Ваню? Он завтра приедет. Да. Ты только это полный передает. Да, посмотрим. Влад, руки собраны, собраны. Корпусом больше, корпусом. Так, все. Можно делиться советами боксерами. Смотрите, Денис, сильно прямо стоите, когда принимаете удары. Да, вы принимаете, встали и начинаете вот на себя принимать удары. Где-то спинкой поработать, пусть промазывают, пусть где-то подловили, нанесли. Стараемся бить очень мало ударов, на бить 3-4 удара. Левой постоянно работаете, левой, левой. А вот получается друг напротив друга стоите или смотрите друг на друга. Понял. Встали левой, правой, чувствуем. Где-то по корпусу ударили, прямой, снизу, сбоку. Вот, чувствуем.
В целом хорошо, мало таких нарушений. Чуть-чуть полегче, но больше на количество. 3-4, 3-4 удара. Ага. Голова, корпус, голова. И не стоять. В защите двигаться. Приняли, зашли. А вот получается, двигайтесь. Вам начинает бить сразу. Да, глухая защита и на близ. Понял. Здесь больше спинкой. Приготовились, мастер. Работа, работай. Связка. Не спи. Локти собраны. Связочку. Ноги. Таз, ноги. Локти собери. Меньше лет.
Влад, собрани руки. Влад, не стой! Хорошо, хорошо, хорошо поработали. Все, молодцы, молодцы. Все хорошо, смотрите.